Я рада всем, кто заглянул ко мне на канал. Сегодня я вам представляю свою ремонтантную клубнику Шарлотта французской селекции, выведена в 1995 году. Это одна из самых ароматных, и самых вкусных и сладких клубник среди ремонтантных. По величине она это средняя, не такая, как Сирия или Альба, но по вкусу она превосходит все сорта. И по завязываемости. Вот такой куст. Тут солнышко и созрел много ягод. Ну, здесь тоже вот позавязывалось много ягодок. В этом году будет много ягод. Вот она какая красавица наша. Запах земляники настоящий. Десертный сорт. Очень вкусный. Уже начала созревать где-то с числа 10 июня. Ну, ремонтантная будет в течение лета. Вот это все должно созреть. Так что рекомендую. Покупайте такие сорта, сажайте. Без особого труда она растет. Усилий больших я не прикладываю. Поливаю, подкармливаю. Единственное, в период бутонизации я подкормила, когда почистила до бутонизации, монофосфатом калия. По инструкции. Все. Больше никаких подкормок я не делаю. Рекомендую этот очень вкусный, ароматный, надежный сорт.